Всем привет! Как жизнь? Шиворот на выворот означает наизнанку. Ты надел футболку шиворот на выворот. Второе значение в неправильном порядке, не так, как следует. Почему у тебя все всегда получается шиворот на выворот? Задом наперед. У тебя майка задом наперед. Почему ты идешь задом наперед? Вверх ногами. Низом вверх. Ты повесил картину вверх ногами. Второе значение – не так, как надо, в беспорядке. Дети перевернули дом вверх ногами. С ног на голову означает наоборот, противоположно тому, как должно быть. Работа над фильмом буквально перевернула для меня все с ног на голову. Вверх дном или вверх тормашками. В офисе все было перевернуто вверх дном. Он упал и полетел вверх тормашками. Пока все. Всем спасибо.